Все мои длительные ожидания о первой службе наконец-то воплотились в реальность. Это 1 сентября было нестандартным, не похожим ни на один из дней 1 сентября в моей жизни. Невероятное ощущение, эмоции, мурашки по коже от каждого слова, от каждого песнопения. В особенности, когда все вместе поют веру, или же три хора одновременно сливаются воедино. Когда я пришел на службу в академию, конечно, в первую очередь меня поразило то, что вокруг так много молодых людей. И ты видишь очень много молодых священников, будущих священников, потрясающие хоры. То есть я нигде до этого не видел, чтобы было пело одновременно три хора. И в некоторых моментах это просто, ну, это потрясающе, реально. Ты не понимаешь, где ты находишься, на небе или на земле. Моя первая служба в академии, но такое ощущение, как будто я здесь уже долгое время, как будто я долго не мог найти свой дом, теперь наконец-то нашел свою семью. Хочу передать поздравления и бодрящие пожелания святейшего патриарха Кирилла, с которым я общался позавчера после заседания Синода. Святейший патриарх передал всем благословения, пожелания успеха в нашей школе, а также выразил намерение приехать в 7 октября и посетить Санкт-Петербургскую духовную академию. Как не были бы вы уверены в своих знаниях и навыках, своих талантов и способностях к владеванию науками богоугодными, все равно мы нуждаемся в молитвах тех, кто имеет дерзновение предстоять перед Господом. Это со всех лет нуждающихся, учащих и учащихся, батьи и батьи просим вас, святители, добрые и богомудрые, вознести за нас молитвы и оставить нас своим опытным. Я надеюсь, что каждая из служб будет проходить так же, как моя первая служба в СПБДА 1 сентября 2019 года. Начиная новый учебный год, надеюсь,
что для каждого из нас он будет плодотворным и радостным, преисполненным интересных открытий и приятных общения, а все искушения и трудности терпеливо перенесем, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. Благодарю за внимание.